Вітаю! В студії репортер і я, ведуча студії Снярина Щеглова. До нас сьогодні завітали шановні гості. Це Юлія Шарапановська, директор фахового та медичного фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету. Вітаю вас! Анна Башлим, співвласник групи компаній АКС, магістр управління. Добрий день. Добрий день. І Наталя Шкворченко, доцент кафедри перекладу мовознавства Міжнародного гуманітарного університету. Добрий день. Добрий. Сьогодні ми будемо говорити про тренди та можливості, плани Міжнародного гуманітарного університету. Ми знаємо, що він дуже динамічно розвивається, відкриваються постійно нові спеціальності. Тому хочу передати слово спочатку вам, Юлія. Розкажіть, як тривала вступна кампанія, чи багато абітурієнтів вирішив вступити до коледжу, і які є можливості для випускників 11 класу, які з якихось причин не склали зовнішнє незалежне тестування. Добрый день, уважаемые зрители. Хотелось бы отметить, что колледж Международного гуманитарного университета действительно динамично развивается, и в этом году при поддержке президента университета Сергея Васильевича Кивало открыто три новые специальности. Это специальность отельно-ресторанное дело, филология и психология. Также в колледже готовят по таким специальностям право, экономика, компьютерная инженерия, дизайн, фармация. Значит, также специальность предпринимательства, торговля, биржевая деятельность, финансы, банковское дело, страхование, учет и аудит, специальность начальное образование, это учителя начальных классов английского языка. И, как было ранее сказано, это три новые специальности – отельно-ресторанное дело, филология и психология. В этом году вступительная кампания для выпускников 9 класса, она началась 30 июня и закончилась 13 июля. И уже подводя предварительные итоги вступительной кампании для в колледже Международного гуманитарного университета, хотелось бы отметить, что набрано более 300 абитуриентов. И уже в конце этой недели будет торжественное зачисление студентов в ряды нашего университета. И вступительная кампания не заканчивается для колледжа Международного гуманитарного университета. Для выпускников 11 класса, то есть те, которые имеют аттестат про полное среднее образование, а также выпускников профессиональных технических училищ, которые имеют диплом квалифицированного работника, вступительная кампания только начинается. А именно начинается 1 августа, и она продолжится до 1 сентября. Если же выпускники 11 класса по каким-то причинам не сдали ЗНО в связи с эпидемией коронавируса, не смогли приехать на пункты тестирования, не имеют каких-то сертификатов внешнего независимого оценивания, для них нет проблемы поступить в университет в частности. Выход, который предлагает Международный гуманитарный университет, стать студентом второго курса колледжа по специальностям, самым востребованным, и затем после двух лет обучения в колледже поступить на третий курс Международного гуманитарного университета. Тобто школяр нічого не втрачає, ніякого року, і він, якщо не склав ЗНО, може вступити до коледжу і вже на третьому курсі продовжувати свої навчання на будь-якій спеціальності. Да, да, все верно, да. Также хотелось отметить, что есть еще и заочная форма обучения, значит, на которой 3 года обучения, а на дневной форме 2 года обучения. То есть те, которые работают, выпускники, например, может быть, выпускники профессионально-технических училищ, могут поступить еще на заочную форму обучения в колледж. Значит, вступительная кампания начинается 1 августа, поступают на основании вступительных экзаменов внутренних, которые будут проходить в конце августа месяца. Значит, обязательным которым является экзамен — это украинский язык и литература тест, и второй по выбору, на выбору из 3 предметов конкурсных. И хотелось бы отметить, что уже в этом году по популярности специальности, вот, которая вот открылась новая специальность, отельно-ресторанное дело, но она действительно, вот первый год пролицензирована, да, специальность, но та специальность, которая уже набрала более 30 абитуриентов, то есть целая академическая группа для отельно-ресторанного, пока и в университете у нас эта специальность уже второй год, и поэтому она пользуется большим спросом.
спросом среди абитуриентов. И, конечно же, это очень здорово, что такая специальность, вот она востребована. Специальность, вот подробнее мы дальше расскажем про компьютерную инженерию, она IT-технологии, популярная очень, правоведение. Вот, хотелось отметить, что вот право, экономика в этом году для поступления после 11 класса необходимо 140 баллов средний. А если, например, абитуриент, выпускник 11 класса не набрал 140 баллов, он может поступить в колледж на второй курс, значит, 2 года обучения, и затем потом перейти на специальность права на третий курс. Тем самым он ничего не потеряет и получит, подчеркиваю, что на втором и третьем курсе колледжа это программа первого, второго курса университета. Учебные планы вот, составлены таким образом, что абитуриент, переходя на третий курс, он все те предметы, которые были изучались на первом-втором курсе бакалаврата, то они изучаются на втором-третьем курсе колледжа. Поэтому это единственный выход, и для многих абитуриентов это является правильным решением, потому что в дальнейшем они имеют шанс это, получить высшее образование и стать уже дипломированным специалистом. Дуже многопрофільний коледж, я хочу сказати, тому що можна обрати будь-яку спеціалізацію для себе і випереджати своїх сверстників і вже вивчати академічну програму в коледжі. Що стосується працевлаштування і праці, вже з шкільної парти ніхто не працює, а в коледжі ми знаємо, що вже можна потрапити до аптек. Розкажіть, будь ласка, Юлія, Ганна, які саме перспективи чекають випускників? Ну, начнем с того, что на самом деле выпускники, мы не ожидаем выпускников, а мы готовы принимать студентов колледжа, студентов другого курса, так? Да, которые могут прийти и пройти у нас полную практику, познакомиться, погрузиться в аптеку, познакомиться со всеми особенностями аптеки. Наши заведующие наставники готовы и с полной ответственностью, с гордостью проводят внедрение студентов в аптечное дело. По окончании наиболее успешные студенты принимаются уже с дополнительными баллами, они принимаются к нам на работу в аптеке всей сети. И главная особенность в том, что они имеют возможность трудоустроиться вблизи дома, получить уже более глубокие познания на практике, при этом уже получая достойную заработную плату. Багато студентів взагалі приходять на практику до вас? Аптечная сеть АКС на протяжении года провела обучение 150 студентов колледжа. Це гарний результат, так? На самом деле аптечная сеть АКС имеет свою миссию, и наши фармацевты своей ответственностью ее выполняют. Это забота о здоровье нации и улучшение качества их жизни. Наш слоган «Забота о вас», он распространяется не только на наших клиентов, но и на сотрудников, на наших студентов, практикантов, на всех сотрудников нашей компании в целом. Тобто вся компанія – це є партнером Міжнародного гуманітарного університету, і можна з легкістю влаштуватися на роботу, якщо цього насправді прагне студент. Так, у мене питання до Наталії. Ви доцент кафедри перекладу і мовознавства. Розкажіть, які перспективи чекають студентів у цій галузі? Як ви розвивалися? Саме свій досвід можете передати? Так, ну и я хотела бы сказать, что профессия, связанная со знанием языков, является традиционно очень популярной, престижной, и большое количество абитуриентов хотят именно получить профессию, связанную с языками. Что касается непосредственно колледжа Международного гуманитарного университета, то там сейчас есть уже два направления, связанных с языками. Первое – это початкова освіта. Это специальность, да, начальное образование, которое готовит учителей английского языка, которые будут работать с учениками младшей школы. Но кроме этого, с будущего года у нас открывается новая специальность, а именно филология. Что это обозначает? Что студенты, которые закончат данную специальность, они получат диплом с указанием, что они являются переводчиками и филологами.
Когда они выбирают для себя такую профессию, они будут изучать уже сразу два иностранных языка – английский и немецкий. Следует отметить, что эти два языка являются наиболее популярными и востребованными. То есть нельзя найти, наверное, такую страну на всем земном шаре, где бы не говорили либо на английском, либо на немецком языке. Кроме того, выпускники колледжа получают, как уже сказала Юлия, уникальную возможность поступить сразу на третий курс Международного гуманитарного университета. Если они заканчивают колледж по специальности «Початковая освита» или «Филология», то они могут поступить к нам на факультет Международного гуманитарного университета, факультет лингвистики и перевода. Закончив бакалаврат, они смогут работать как переводчиками, безусловно, так и преподавателями. Если они захотят продолжить обучение в магистратуре, то они смогут работать преподавателями вузов или в дальнейшем развивать свою научную деятельность. Кроме того, хочется сказать, что уже обучаясь в колледже, наши студенты данных специальностей проходят практику, педагогическую, переводческую практику, то есть у них уже появляется непосредственный опыт, они могут понять, насколько близко им преподавание, либо переводческая деятельность. Если же вдруг наши выпускники захотят продолжить обучение, выбрав восточный язык, например, китайский, что тоже предоставляет наш университет, то в таком случае после окончания колледжа они смогут поступить на второй курс изучения китайской филологии. То есть если они выбирают для себя продолжение европейских языков, они после колледжа поступают сразу на третий курс. Если же они выбирают своей специализации китайский язык, восточную филологию, то они могут поступить сразу на второй курс університету. Тобто ми бачимо, що в коледжі Міжнародного гуманітарного університету дуже трендові спеціальності. Зокрема, Юлія нам сказала, що є комп'ютерні технології, це дизайн, це високооплачувані професії, які можуть отримати абітурієнти. Тому ми всіх запрошуємо до стін коледжу Міжнародного гуманітарного університету. Я вам дуже дякую, що ви до нас завітали. Я нагадаю, у нас в студії були Анна Башли, співвласник групи компаній АКС, магістр управління, Наталя Шкворченко, доцент кафедри перекладу і мовознавства Міжнародного гуманітарного університету і Юлія Шарпановська, директор фахового та медичного фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету. До нових зустрічей! З вами була я, Нарина Щеголова. Будьте з репортером!